Наши Богородицы, исцеление и судьбы подаются обильно, с верою и любовью приходящим к ней. Так и мою немощь посети, и душу мою помилуй благая, и тело исцели, благодатью Твою пречистая. Дерзость ненавидящих образ Господень, и держава нечестивых, безбожном Никею прииде, и послание бесчеловечно вдовицу благочестно чтущую икону Богоматери истязуют, но тая ночью с сыном икону моря пусти вопиющий. Слава Тебе чистая, яко непроходимое море плещи свое по воде. Слава правошествию Твоему, едино не Твоему. Вот я же благодати чистая, Дева Владыча, и паче реку Владыча, Твой Сын воскресе, среди вен гробы мертвые воздвигнули, люди веселитеся, святися, святися, Новый Иерусалиме, слава Богу Господня на Тебе воссия, и поныне веселися сегодня, Красуйся, Богородице, остань Рождества Твоего. Слава Воскресу, Святого Повелитель Христе Боже, жена мироносица Вишавы, радуйтеся и Твоим апостолам и Савы, младшим подаяй воскресенье. Благословенно Царство Отца и Сына и Святого Духа, ныне и присно, и во веки веков. Иди Боже, сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся вон Христос воскресе. Я же сейше при ногу Иисусову
слышаше слово Его. Марфа же молвишь о мнозе службе, ставши же рече, Господи, не брежеши ли, якой сестра моя, едино мя остави служити. Великий Вседержителю, Господи, Иисусе Христе Боже наш, призри милостью нас, высоты человека, люби Твоего, на вопли стенания народа нашего и скорби сущего. Вимы, Господи, яко грехами и беззакониями нашими, прогневавши Твою благость, но умилосердись и помилуй нас, не отврати лица Твоя от нас смятений и печали сущих. Даруй нам всесильную благодать Твою, власти в разуме, воинство наше мужеством укрепи, спать пришествуем во всем благопотребном, лишенные крова веди в домы, плененные избави, недугающие исцели, отчаянно утеши, на поле брани жизнь свою положивших, милости Твоей сподоби, и вся люди Твоя сохрани от врага и супостата. Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины, святую Успенский, Киево-Печерский, лавры, священного архимандрита, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Господина Высокопреосвященнейшего Иоанна, митрополита Херсонского и Таврического, и господина Высокопреосвященнейшего Климента, митрополита Нежинского и Прилукского, и господина Высокопреосвященнейшего Диодора, архиепископа Южненского, и господина Высокопреосвященнейшего Сергия, архиепископа Болградского, преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, честное пресвительство Ежего Крестодиаконства, весь священнический монашеский чин и притчи церковных, от икономестика с братьей святой обители сия, благодетели, благоукрасители обители, да поминет Господь Бог во царствии Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веки. Восстание будет земли видимым же всем и невидимым. И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного Иже от Отца рожденного прежде всех лет, света, света Бога истина, Бога истина, рожденно не сотворено и не Воплотившегося от Духа Святой Марии Девы и во человечество. Пресвятей, причистей, преблагословенье, славе Владычице нашей Богородице и присно Деве Марии. Воскресе и смерти, и
небеси преисподняя земли. Сохрани меня и покрыешь его.